Тогда можно деревню. Копать землю, потому что это вот такие, ну, я тут пильку срубил. Уже дело нормальное. Нормально. Скелет можно ударить. Да? Маленький зомбак побежать. Что? Я думаю, ну вот. Вот. А вот нормально. Во. Тут и дома кровать, там это. Закрылся, потому что настоящий зомби.
Она. Ты знаешь, где я живу? Живу. Ты знаешь, где? В заброшенной деревне, где реально обитают зомбаки. Олег, мне нужен. Реально, тут обитают зомби-жители. Тут обитают зомби-жители. Да. Смотри, прости, атмосфера. Это уже смотрю. Так, понятно? Да. Смотрите, если вы срываетесь, да, то вы по-любому висите на страховке. Этот карабин невозможно отцепить. Это дом разрушит. Зацепили эти вытаски. Да, я страшно, потому что это у нас был нормальный дом. Не точно какая-то деревня. Стримчал на донатик опять. Давай бакс. Да, он такой нехиленький. 100 баксиков. Не куплю, да, не куплю iPhone 11. 100 баксиков. Хотя у меня уже есть iPhone 11. Про Максика. Да крышу все ломаем. Смотри, как я это все снес. Смотри, я это все снес. С американцами, смотри. У меня стак дерева из одного дома. Что? Ну так тем более из деревьев должно получиться инвентарь дерева. Очень круто. Надо человек пройти на
Кондоры. Ну, что ко мне не подходит? Каждый четверг, понедельник и суббота. Что у нас такое? Понедельник? Точнее, паутинка пока была поковарней. Ну ладно. Не помню. Смотрю, вообще какие-то веревки натянуты. Если это будет понедельник, тогда у меня будет новый стримчик. Приходите, приходите. Не скучно будет. А наоборот, весело. То есть наоборот скучно, но будет круто. Куда-то оборот сразу. Смотрите. Было очень долго. Вдруг шевелит скелет. Спасибо. Так,
Ребятки, моя папа сказал. Папа Люба. Привет, зайчик. Я снимаю видео, но это не читаю, что мама в магазине. Она пошла папин тест сдавать. Что пошла сдавать? Папин тест. На коронавирус. Тест? Да. Пока. Батя, что было? Позвонила. От мамы, папа. Ай. Испугался.